Привет, меня зовут Валя, я рассказываю о жизни в Америке. Сегодня я в огроменном магазине Second Hand. Выбираю одежду на зиму, что-нибудь такое культурное для школы. На цвета и разделено на эти размеры. Поэтому не нужно по всему магазину бродить, в чем-то копаться, непонятно что искать. Можно просто подойти там, где знаешь, висят вещи твоего размера и цвета, которые тебе нравятся. Одежда неплохо, но вот одежда именно такая по теме Рождества, Нового года, вот такой одежды у меня мало. А здесь как раз сейчас выставили все красные эти свитера, зеленые свитера. Тут еще много детской одежды такой же. Поэтому я сейчас посмотрю и выберу пару свитерочков. Почему? Потому что у нас в школе будет день, когда мы, как учителя, ну не обязаны, но очень нас просят одеть какой-нибудь рождественский свитер. Притом не просто рождественский свитер, а называется ugly sweater, что значит некрасивый или страшный свитер. Пойдем посмотрим, какие тут страшные свитера есть. Золотые олени. Все непонятно что. Но Крисмас. О, рубашечка неплохая. Возможно, возьму. Так, ну вот пошел явно такой свитер, что его только один раз одеть, но в принципе. Фу. Неплохо. Naughty, nice, whatever. Много народу сегодня здесь. Конечно, неудобно ходить в выходные. О, вот это еще что-то. Смотрите, это в принципе треники. Но с такой вот расцветкой. Опа! Ну это вообще шик моды. Да. Ладно, поехали дальше. Даже не свитер, а по-моему платье. С колокольчиками, честно, колокольчики. Слышите? Эльфом можно быть. Но не моего размера. Штанишки. О, еще штанишки. Ну, я не знаю, взрослому человеку, наверное, так неудобно ходить. Дорогой Санта, получил ли ты мой список? Вот текст. Вот другой Санта. Дорогой Санта, не важно, что теперь я в списке плохих детей. По крайней мере, это было смешно. Конечно, больше выбора. Вот какие хорошенькие платьица у них тут. Пожалуйста, может быть, Сантой. Просто красивое платьице. Кстати, это платьице стоит. Так, видно вам, нет? $8. Какая! О! Ну, Катька такое не оденет, она будет сопротивляться. Стоит это $10. А для маленьких вообще замечательно. Смотрите, какие штучки. Ай. А теперь у меня дети уже очень выборочно одевают. Что я им куплю, а им не понравится, они не одевают. А вот на маленьких, ой, какие красивые платьишки все. Главное, все платьишки по 5, по $6. Всякие рождественские ползунки, и они от $2 до $4. Интересно, да? Такая юбочка стоит $3.5. Ну да, в общем, если хочешь нарядить ребеночка, то здесь есть возможность. Рождественские носки.
смотря какая цена, я, возможно, куплю, потому что дети мои почему-то им нравится носки носить декоративные. Немножко трудноватое для людей, которые пытаются продать вещи, потому что, в принципе, сейчас осень. И, в принципе, вот это должно сейчас вешаться на дверь, украшать дом этим всем. Да, у нас еще не было даже Дня Благодарения. Это через 2 недели будет. Но Рождество-то уже идет. И Рождество обычно это большой-большой праздник. А это значит для людей, которые продают вещи, большие-большие деньги. И поэтому, конечно, они уже все выставили. Все Рождество уже тоже стоит в перемешку с осенними праздниками. Ну, потому что, понятно, люди на Рождество, на Новый год намного больше покупают, чем они покупают просто на осенние праздники. Шапки Санты. Носочки, которые здесь на камин можно вешать. Возможные украшения. Это одеяло тут. Если бы это был мой размер, но это вообще что-то ужасное. Это какие-то пытки. Зачем такое кто-то одевает?